Добрый день, уважаемые друзья. У нас в гостях Ольга Гири, команда России. Она только что выиграла свою партию в матче против сборной Индии. Оля, расскажи, как происходили события? Она меня удивила в дебюте. Ну, буквально через 5 ходов, как-то я не знаю, как там действительно нужно по теории играть, но я получила больше перевес, и тут же соперница просчиталась, осталась без фигуры, и остаток партии играла уже просто без фигуры, без чистой. Понятно. Что происходит на других досках? Ну, матч мы уже выиграли. У нас Валя победила, я, правда, даже не успела проследить, каким образом. И Саша отфиксировала уже, и, по-моему, Катя получше сейчас стоит. А вчера был выходной день, что ты делала? У нас, у нашего тренера Евгения Найра был день рождения, так что мы отпраздновали здесь в кафе. А так гуляли, отдыхали, я приходила сюда еще на мероприятие, дети задавали вопросы нам, так что было интересно. Ну, все считают тебя как бы главной шахматисткой Югры, местные за тебя болеют. Ты сама чувствуешь эту поддержку? Да, всегда чувствую, здесь атмосфера потрясающая в академии, и я всех хорошо знаю, поэтому мне приятно играть дома. Родные стены тебе идут на пользу, да? Да. Оля, спасибо, удачи в дальнейшем.